Ё-моё. И вот что у нас получилось. Инструмент для замешивания эпоксидной смолы. Потому как спичек не напасешься. А работаю я советскими.
а они скоро закончатся. Теперь мы это посадим на эпоксид. Немножко пихнем вот сюда. Пропихнем. И еще немножко. Чик. Воздух вышел. Теперь немножко седом засасывает внутрь. Создается вакуум. И снова запихнем. Подотрем промокашечкой. И получилась вот такая красота. Нехай сохнет. А на сегодня все. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы и до следующих видео. Всем пока.